когда мы двигались, тогда было не до фотографий, да? Раненых обрабатывали. Вот если можно спали, объектив. Спали на раскладушке, в шинели. Часа два на передышку, а дальше. А это уже фотографии, когда мы остановились в Болгарии. Когда нам дали госпиталь, вот он госпиталь. Да, вот можно? Давайте. Для размещения больных. Вот это вестибюль госпиталя, пожалуйста, тут с именем Ленина, под водительством Сталина, вперед к окончательной победе. Вот что было. А можно в камеру вот, сюда вот так покажите? А, пожалуйста. Да. Нет, у меня рука тут. Спасибо. Спасибо. Это вестибюль, вот я тут как раз с больной.